Словенский правый оппозиционный лидер Янез Янша посетил мероприятие по случаю 70-летия создания Домобранства – полицейско-военных вспомогательных формирований в оккупированной нацистской Германии и Словении во время Второй мировой войны. Они боролись со словенскими партизанами-коммунистами. Событие вызвало эмоциональную реакцию и дебаты в стране. Были ли домобранцы просто предателями, коллаборационистами, или же это была реакция на коммунистическую революцию? Сопротивление любому историческому злу в прошлом веке в Европе и Словении было законом, говорит Янез Янша. Вот почему мы уважаем всех тех, кто боролся против фашизма, национал-социализма и коммунизма, всех, кто пал в ходе этой борьбы. Председатель партии социал-демократа Игорь Лукшич в связи с этим заявил, что словенские правые переходят от антикоммунизма к поддержке фашизма. В Словении многие считают домобранцев предателями.